Реставрацию хоккейной коробки своими собственными силами глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев предложил провести депутатам, представителям Совета молодежи, а также инициативным жителям. Идея такова – временно создать место, где ребята смогут заниматься любимым видом спорта. В летний период играть в футбол и волейбол, а зимой кататься на коньках или играть в хоккей. 10 июня за домом номер 16 начались работы по демонтажу старых бортов коробки. Глава поселения Владимир Горяев, депутат местного созыва Алексей Зеленов, работники ООО ЖКХ «Горки-10», представители Совета молодежи Олег Артеменков и Марина Артемова вместе со своими друзьями разбирали старые прогнившие борта, косили траву и пилили деревья. Несмотря на занятость, эти люди пришли и на общественных началах внесли свой вклад в благоустройство родного поселения. Это начинание, скорее всего, впоследствии станет хорошей традицией, которую будут поддерживать все большее число неравнодушных жителей. Елена Андреева, Елена Бурла, телекомпания «Одинцова».